Доброго времени суток! Сегодня на нашем канале притча об ответственности того, кто берет на себя обязанности руководителя. Притча называется «Капитан». Пассажирский корабль плыл через океан из одного порта в другой. В пути заболели и умерли несколько пассажиров, а потом капитан и его помощник, и часть команды. Оставшиеся в живых пассажиры и матросы не знали, как им быть, ведь никто не умел управлять кораблем и прокладывать маршрут. Один из пассажиров сказал, что изучал морское дело и приведет корабль в порт назначения. Он перебрался в капитанскую каюту, рассчитывал по картам маршрут и отдавал матросам приказания, что делать на корабле. А рулевому указывал, куда держать курс. Спустя некоторое время корабль сел на мель. Вокруг были безлюдные скалы, покрытые снегом и льдами. Пассажиров и команду ожидала голодная смерть. Но прежде чем погибнуть, они растерзали самозванного капитана. Подписывайтесь на канал, и каждый день вы будете получать крупицу мудрости всех времен и народов.